Перш ніж я почну, я хотіла передати слово Іллі і Юрію. Вони розкажуть про себе. Тим часом ми діждемось людей, які ще єднаються до нас. Ілля, я завжди кажу, краще про себе може сказати тільки сама людина. Ілля, Юрій, представтесь, будь ласка, нашій аудиторії. Да, с удовольствием. Давайте, наверное, вот отсюда начнем. Наша с вами встреча стала возможна благодаря партнерству между проектом UHBDP и израильским агентством Mashav, которое помогает передача технологических знаний тем, кому они в данный момент могут быть полезны. Мы представляем агентство технических коммуникаций Техком Лаб. Это израильская структура, которая занимается высокотехнологичными проектами, их созданием, продвижением и реализацией проектов на стыке между реальным бизнесом и высокими технологиями, то, что принято называть цифровой трансформацией. К сожалению, ни я, ни Юрий не владеем украинским. У нас с вами есть три опции для разговора. Это английский, иврит и русский. Из всех предложенных вариантов мы... Я запропонувала російську. Да, мы остановились на русском языке. Но в материалах презентации мы постарались специально сделать акцент на тех ресурсах, которые говорят на украинском языке, чтобы вам было приятно, удобно и комфортно работать. Кто мы такие, что мы представляем, я коротко сказал. Ну, о том, кто мы такие. Меня зовут Илья Стечкин, я директор по маркетингу агентства Техком Лаб, и моя задача по жизни — помогать людям подружиться с технологиями и друг с другом при помощи этих технологий. А мой коллега, который сегодня с нами в эфире, технический директор агентства Техком Лаб Юрий Тимофеев. Юра, пару слов о себе. Размьюти, тебя не слышно. Добрый день. Много лет занимаюсь веб-разработкой, не только веб-разработкой, как написано на слайде. Да, Юра, более 200 проектов, в том числе высоконагруженных. Работали с огромным спектром проектов, начиная от маленьких сайтов, заканчивая огромными порталами. Вот. И, в общем-то, в портфолио есть проекты с нагрузкой 700-800 тысяч уникальных посетителей в день. Поэтому, в общем-то, можно действительно рассказать абсолютно все аспекты разработки, как со стороны непосредственно разработчиков, так и, безусловно, со стороны заказчиков, чтобы вы, как говорится, правильно могли сформулировать свои задачи и оценивать качество получаемого результата. Ну, это, собственно, фишка нашего курса. Мы с вами уже третью встречу смотрим на процесс разработки сайта с двух точек зрения, с позиции разработчика и с позиции заказчика, причем опыт показал, что мы непредсказуемо меняемся с Юрой ролями, каждый в тот или иной момент времени выступает как представитель заказчика, либо как представитель разработчика, кто когда углядел, тот тогда и подхватывает нужную роль. А тема, которой мы с вами занимаемся все это время, как получить эффективный интернет-сайт, и мы рассматриваем два сценария, это создание нового или улучшение имеющегося сайта. Как мы уже поняли, главный предмет интереса участников вебинара — это интернет-магазины, поэтому мы наше повествование строим вокруг этого сюжета. Наташа, есть ли у нас результаты опросов? А я зараз хотіла б звернутися. Шановні учасники, я поставила питання, чи були ви на вебінарах. Ваші відповіді допоможуть нам зрозуміти, як далі строїти наш вечір і наше спілкування. Будь ласочка, поставте свої відповіді. Чи були ви на першій частині, або переглядали її у запису, чи були ви на другій частині? Ви вперше, можливо, ви були на двох частинах або переглядали. Вам ви
Ви бачите питання? Я бачу в чаті, люди відповідають. Я поставила. Давай мы пока приостановим демонстрацию экрана, так, чтобы люди могли сосредоточиться на опросе и расскажем, где этот опрос можно взять, чтобы в нем поучаствовать. Окей. Я сподіваюся, що зараз видно питання, і ви можете відповісти на них. Я бачу Ірину Олександра вперше. Павло, ну добре, відповідайте вже, де вам зручно, як виходить. О, спасибо большое, коллеги. Те, кто разобрались, как участвовать в опросе, пожалуйста, подскажите в чате своим товарищам. Нас уже 11 человек, а пока проголосовало только четверо. То есть примерно треть участников. Давайте проявим дисциплину и ответственность. Пять человек. Спасибо. Шестеро. Семеро. Ну, последний рывок. Ну, пока что у нас лидирует ответ на то, что впервые пятеро человек на восемь из 11 ответили. Но есть еще ответы, что мне потрібна допомога. Добре, я закінчую опитування, і я сподіваюся, що ви можете зараз бачити відповіді. Итак. А можно еще вопрос короткий? Кто-нибудь из тех, кто впервые, да, ну вот мы видим, что больше всего людей, которые впервые присутствуют на этой встрече, вы видели, может быть, записи первого и второго вебинара? Это включено, то есть человек либо был, либо смотрел запись, те, кто впервые. Большинство у нас впервые, поэтому я предлагаю начать с конструкторов. Вот, спасибо за ответы. И есть люди, которые сказали, что нужна помощь. Обратите внимание, внизу есть менюшечка, и там есть слово «чат» на английском языке или на русском. Вы можете всегда нажать эту кнопочку, таким образом сможете нам отправить месседж, если у вас есть вопросы. Нам очень важно, чтобы вы себя комфортно чувствовали. Я убираю результаты, Илья, делись презентацией. Спасибо тем, кто проявляет внимание, вы были на вебинарах, те, кто впервые. Я вам отправлю запись первого вебинара, второго вебинара, презентации, вы сможете с этим ознакомиться. Для вас это не будет в новинку. Поэтому, Илья, Юра, спасибо за ваше время. Я передаю вам слово, и мы тогда продолжим. И вот окончание сессии тогда перенесем в конец для тех, кто были. Хорошо? А да, сейчас хорошо. Спасибо, Наташа. Угу. Спасибо. Угу. Ну, давайте начинать. Слышно нормально, видно нормально. А то у нас перед этим прям проклятие какое-то с трансляциями было. Да, видно корректно, только, Илья, судя по всему, у тебя есть небольшая задержка на звук. Ну, мы учтем это. Значит, смотрите, у нас с вами, согласно плану курса, есть несколько пунктов, разговор о которых мы начали и хотели бы продолжить сегодня. Речь идет о контроле качества оказываемых услуг в процессе разработки сайта в случае, если вы доверили эту разработку внешнему подрядчику и, соответственно, процедура сдачи приемки выполненных работ. Как Наташа уже сказала, мы этот вопрос вынесем на конец сессии, а сейчас начнем с самого животрепещущего, о том, где и на чем можно экономить. Частично мы этот вопрос рассмотрели в рамках предыдущего
вебинары и поняли, что основной источник экономии – это ваше время. Чем больше времени вы вкладываете в проект, чем больше вы готовы делать сами, тем дешевле в деньгах этот проект у вас получится. И сегодня большую часть встречи мы посвятим как раз тем инструментам, которые можно использовать для того, чтобы начать свое цифровое странствие самостоятельно. Так что первые слайдики я пропускаю, а останавливаюсь я на том слайде, с которого начинаются сюжеты, связанные с экономией. И первый слайд рассматривает тот набор инструментов, о котором сегодня пойдет речь. Юра? В данном случае, скорее, даже не только инструментов, а сколько аргументации, да, почему и как бы на чем мы как бы экономим. Насколько мы знаем, было достаточно большое количество запросов относительно системы Bittrex, либо системы Bittrex 24. Вот, поэтому мы, в общем-то, в том числе раскроем и ее возможности. Что касается Bittrex, начну с того, что нужно не как бы путать Bittrex и Bittrex 24. Bittrex — это CMS, система фреймворков, которая позволяет реализовывать непосредственно продукт. А Bittrex 24 — это CRM-ка, в которой непосредственно ведется работа с клиентами, планируются задачи, и в том числе на котором можно делать лендинги в случае необходимости. Илья, верни, пожалуйста, назад старый слайд. Да, пожалуйста, секунду. Да, это, как говорится, первое, на чем хотелось, в общем-то, остановиться. Далее. Что позволяют конструкторы? Конструкторы, безусловно, в первую очередь позволяют реализовывать продукты самостоятельно, что крайне важно на начальном этапе, не потратить лишние или, в принципе, деньги на разработку продукта, сделать максимально эффективно, максимально дешево, чтобы уже начать работать и уже получить какие-то результаты. Потом, анализируя результаты, уже можно принять решение оставаться на продукте, созданном конструктором, либо делать собственную разработку. Тут важно понимать, что конструкторы все-таки так или иначе зачастую не бывают бесплатным инструментом. Да, это дешевые решения, но не бесплатные. С точки зрения экономии, в третьем пункте мы выделили пункт, что вы можете менять стратегию и любую деталь на каждом из этапов. Это достаточно важно, и на самом деле это является действительно неким способом экономии, потому что периодически, особенно если вы делаете это, создаете сайт ресурсов в первый раз, вы не можете предусмотреть все. И если вы заказываете разработку на стороне, то, безусловно, когда вы, поняв, что что-то забыли, упустили, приходите к компании-разработчике и говорите, что вот мы хотим добавить ту или иную функцию, тот или иной раздел, в большинстве случаев вы слышите, что да, мы согласны, но за доп. Деньги, потому что мы изначально это не просчитывали в смете. Поэтому создание на конструкторе — это действительно, помимо всего прочего, еще дополнительный способ экономить на этом процессе. И что самое важное, когда вы самостоятельно делаете продукт, у вас появляется понимание процесса. Вы начинаете более глубоко понимать, как строится продукт, как делается, как он работает и как взаимодействует. Вы сможете гораздо более качественно им управлять после создания, чем если бы вы просто получили готовый продукт от какой-либо студии. Да, переключаемся тогда на следующий слайд. Вот, это разбор как раз двух продуктов, двух подходов. Это Bittrex как фреймворк, как CMS, и некие КГС-конструкторы. Ключевое отличие между ними — это, безусловно, что
Любые CMS-ки, любые фреймворки требуют специализированных знаний. Конструкторы можно пользоваться без специальных технических навыков. Но здесь я думаю, что вопрос, что такое CMS, будет уместен, потому что я не уверен, что вся наша аудитория в курсе аббревиатуры. Да, CMS это сокращение Content Management System, да, это система управления сайтом. А на CMS-ках строится достаточно, как бы, ну, не то чтобы большие, но, что называется, значимые ресурсы, где существует система управления контентом на сайте. Здесь вот мы рассмотрели три наиболее популярных варианта. Создание на Bittrex, где требуется знание, на Wix-конструкторе и Tilda. Разница между тремя продуктами у нас представлена в табличке. Соответственно, пройдемся по плюсам и минусам и, в общем-то, особенностям каждого из продуктов. Bittrex как CMS, как фреймворк позволяет создавать абсолютно любые продукты без каких-либо ограничений. Вы можете реализовывать все, что вы захотите. Wix как конструктор позволяет создавать простые лендинги и микросайты. Ключевым... В том числе и простые магазины тоже. Да. Ключевое отличие Wix от Tilda в данном вопросе является то, что в Wix вы используете готовый шаблон. Вы не можете его модифицировать, добавлять блоки и их менять. То есть вы выбираете шаблон и работаете исключительно в нем. Вы можете менять только контент. В Tilda же вы можете так или иначе формировать в рамках единой стилистики, единого шаблона, индивидуальные блоки, перемещая их выше, ниже, добавляя другие необходимые вам. С точки зрения владения продуктом, при создании полноценного собственного ресурса на Bittrex или на любом другом движке, вы полностью владеете продуктом. Это ваша разработка, это ваше решение, вы можете с ним делать все, что хотите. В Wix у вас нет никакой возможности, это не ваш продукт, вы им пользуетесь только до тех пор, пока вы платите, вы его не можете никуда выгрузить. Как только вы перестали платить, продукт, в общем-то, перестал существовать, включая там, базу пользователей и все, как бы, наработки. На Tilda, несмотря на то, что это тоже конструктор и тоже убочное решение, вы на одном из старших тарифов вы можете выгрузить продукт с всем кодом, с результатами и продолжить так или иначе пользоваться им дальше. Да, безусловно. То есть, простыми словами, это означает, что ни Bittrex, ни Tilda не берут вас в заложники ежемесячных или ежегодных, в зависимости от выбранного вами графика, платежей. Это значит, что если по каким-то причинам вы останавливаете оплату сервиса, то результаты вашей работы не умрут в тот момент, когда закончится оплачиваемый период, и у вас будет возможность продолжить им пользоваться. Да, с точки зрения дизайна, в Bittrex или любой CMS можно реализовать любой абсолютно дизайн. В Wix, как мы говорили уже, вы работаете исключительно в рамках того шаблона, что есть. В Tilda вы можете гибко редактировать блоки и сделать свой именно UX-дизайн, то есть юзабилити и необходимые вам блоки. Далее, наверное, пройдемся тогда по ценам, чтобы было плюс-минус понимание, чем у нас, кажется, отличаются продукты по цене. У Bittrex, как вы видите, достаточно широкая линейка тарифов Bittrex 24. Это облачное решение, которое позволяет не только создавать сайты и мини-магазины, но и, в принципе, вести непосредственно работу и внутри компании, и взаимодействие с клиентами, то есть CRM-система. В общем-то, зеленый тариф – это бесплатный тариф, в общем-то, который в том числе включена
возможность создания сайта. Синие тарифы – это больше тарифы для там, где вы взаимодействуете с клиентами. И бизнес-тарифы – это вот максимальные тарифы, в общем-то, которые включают максимальный набор. Безусловно, среди всех обсуждаемых нами конструкторов Bittrex24 это единственный конструктор, который позволяет изначально бесплатно, без какой-либо оплаты, пользоваться конструктором без ограничений по времени. Да, вы получаете ограничение функционала, но, как говорится, вы можете бесконечно долго пользоваться продуктом бесплатно. Да, можно еще добавить и подчеркнуть, что да, он существует на украинском языке, есть очень хороший обучающий материал, вот, но нужно посвятить время. Юрий, подскажите, вот эти цены, они просто вот так не видны людям, то есть видны цифры, это за год, за месяц? Это в месяц. А также, безусловно, есть возможность оплаты в годовом варианте. В таком случае вы получаете около там, 15-20% скидки. Uh-huh. Примеры шаблонов. В общем-то, здесь представлено пару скриншотов, примеров шаблонов готовых решений на Bittrex24. Для того, чтобы, в общем-то, подробно на них не останавливаться, прекрасно понимаем, что у всех и вкусы, и задачи разные, мы привели несколько ссылок, где вы можете посмотреть примеры, самостоятельно покопаться и понять, что может система из коробки, каким шаблоном вы можете воспользоваться. Поэтому не будем на этом подробно останавливаться, перейдем к следующему. Я хочу только сказать, что все участники получат презентацию и смогут по всем ссылочкам, которые мы для вас разместили на слайдах, перейти и посмотреть то, о чем мы говорим сейчас. VIX. Соответственно, как бы цены несколько побольше, чем у Bittrex. Вот. Здесь надо сразу оговориться, почему они побольше. Дело в том, что VIX разделяет сайты контентные и сайты, сделанные для того, чтобы зарабатывать деньги, то есть для бизнеса и электронной коммерции. К сожалению, для создания интернет-магазина вам недостаточно будет того функционала, который предлагает VIX для обычных контентных сайтов. Вам обязательно нужны будут инструменты приема платежей, ну или как минимум нужен будет инструмент, который позволяет формировать корзину покупок пользователя. Все это возможно только в старших тарифах VIX, соответственно, от $17 в месяц. Да, но при этом, как мы видим, на скриншоте есть закладка сайт, где вы можете, в общем-то, реализовать более простые, более, как говорится, дешевые, но не коммерческие, не интернет-магазины, лендинги и сайты. На следующем слайде показаны шаблоны, примеры шаблонов, которые можно реализовать на VIX, и также мы приложили ссылку, по которой можно ознакомиться с доступными шаблонами и выбрать подходящий. Обращаем ваше внимание, что внутри шаблонов VIX вы полностью лишены какой-либо свободы редактирования. То есть шаблоны принимаются такими, какими они есть. Это очень удобно для начинающих, потому что свобода выбора – это достаточно обременительная свобода. Но зато внутри этих шаблонов вы можете с помощью различных дизайнерских ухищрений создать более или менее уникальный вид своего сайта. Да. Далее посмотрим на тильду, на их цены. В данном случае тильда не разделяет коммерцию и некоммерцию, они ограничивают по количеству сайтов и, в общем-то, в бизнес-версии они позволяют реализовать до 5 сайтов и, как мы уже упоминали, возможность выгрузки результатов по окончанию для того, чтобы, в общем-то, продолжить
в той или иной мере пользоваться продуктом, если вы не хотите дальше пользоваться редактором Tilda и держать продукт в облаке Tilda. Цены, в общем-то, тоже представлены. Есть бесплатная версия, сильно ограниченная, малофункциональная, поэтому, в общем-то, рекомендую ее использовать исключительно для ознакомительных целей, для тренировок. Вот. И все-таки для коммерческого продукта, безусловно, использовать базовый тариф. Но здесь я обращаю внимание, что указана цена в месяц при годовой оплате. Mm-hmm. Вот. Действительно, процентов на 15-20 цена будет выше, если вы будете платить помесячно, что мы не рекомендуем. Да? То есть помесячно имеет смысл платить только в том случае, если у вас нет еще решения относительно платформы, с которой вы будете двигаться дальше, и вам надо попробовать разные варианты. Тогда, да, тогда, как Юра правильно сказал, бесплатные опции, которые есть на самом деле у всех трех площадок, и у Bittrex, и у Wix, и у Tilda, это ваш выбор. Вы сможете пощупать, понять возможности ограничения сложности каждой из платформ, посмотреть, какие есть обучающие материалы, и сделать свой выбор. Мы выбор сделали в рамках сегодняшней презентации и остановились на Tilda. Вот примеры шаблонов. Да. Постарались отобрать близкие хотя бы как-то по тематике, да, там, к еде, к растениям. Шаблоны тоже везде не отличаются, как сказать-то, уникальностью и оригинальностью. Напомню, что уникальность и оригинальность ресурсов все-таки в значительной степени придает контент. Да, я в том числе хочу объяснить, почему все-таки мы в большей степени склоняемся к Tilda. Опять-таки, все мы понимаем, что так или иначе, все-таки все бизнесы, все продукты, все ресурсы, несмотря на то, что на первый взгляд они кажутся одинаковыми, они все-таки разные. У всех стоят разные задачи, у всех разные акценты. Каждый из вас хочет каким-то образом все-таки, если мы говорим о маркетинговом термине, дистанцироваться, отстроиться от конкурентов, показать свои преимущества. И таким образом непосредственно получить заказ клиента, аудиторию. В случае Wix вы в большинстве случаев будете, у вас не будет возможности это сделать. Вы будете, в общем-то, абсолютно одинаковыми среди прочих. В Tilda у нас есть возможность модифицировать все, что нужно, и самое главное, для этого не требуется каких-либо технических навыков. Все доступно с помощью визуального редактора, где вы можете двигать просто мышкой блоки, менять настройки, добавлять контент. В общем-то, это очень легко, доступно и на самом деле достаточно, как ни странно, функционально. Tilda очень хороший, мощный конструктор, который на самом деле, в общем-то, все больше и больше завоевывается не только с англоязычного рынка, но и, в общем-то, в том числе международные. Вот здесь на текущем слайде мы вывели, в общем-то, сравнительную таблицу. Wix — это простой конструктор, где, в общем-то, вы можете, как мы говорили, просто выбирать блоки. У Tilda огромное количество функциональных блоков, которые вы можете комбинировать. Это и отзывы, и новости, и списки такие, статьи, партнеры. Их огромное количество, их на самом деле в прямом смысле более 200. Есть еще выбрать, не будем, в общем-то, на этом останавливаться. В Wix вы не можете модифицировать результат, у вас есть тот шаблон, который у вас есть, и все. В Tilda есть так называемые Zero-блоки. Это блоки, в которых вы можете реализовывать абсолютно любой функционал. Таким образом, даже если вам не хватило функционала стандартных блоков, вы можете привлечь так называемых специализированных Tilda-разработчиков, либо просто веб-разработчиков, которые смогут встроить абсолютно любой функционал
в вашу тильду. Таким образом, даже если вы захотите чего-то абсолютно уникального, вы не будете ограничены, вам не придется из-за какой-то мелкой опции или не мелкой, но важной для вас, менять платформу, это, в общем-то, важно. Я хочу показать, если можно, Юр, хочу показать один пример как раз лендинга, к работе которого мы имели некоторое отношение, который сделан человеком, никогда не создававшим сайт, и сделан на тильде. Сейчас я переключу экран и покажу вам этот пример. Вот, обратите, пожалуйста, внимание. Это был международный марафон «Спасательный круг», который инициировала израильский продюсер. Ее зовут Инна Ликман. И вот весь этот сайт сделан ею на тильде. Да, вот ничего, кроме тильды, в данном случае использовано не было. Да? И единственное, что об этом напоминает, это шильдик внизу лендинга, а функционал при этом, как вы видите, достаточно богатый, то есть это и форма регистрации, это и там профили спикеров, это и возможность создания навигации по страничке. Более того, я вам сейчас покажу маленькую хитрость. Я надеюсь, что нам она открыта. Там внутри марафона было разделение по дням. Так вот, значит, внутри каждого конкретного дня верстка страниц отличается. Есть возможность размещать видеофрагменты. И, ну, в общем, лидомагниты вешать. Тильда с этой точки зрения достаточно дружественный продукт. Да? То есть, ну, вот на примере нашей презентации здесь можно было и опросничек повесить, и видео сделать, и даже обсуждение посмотреть. Так что имейте в виду, что тильду применяют в том числе и в больших международных проектах. Ничего в этом страшного нету. И, Илья, можно немножко задать вопросы? Просто я общалась с нашими участниками проекта, и уже возникали вопросы такого плана. Вот то, что ты говоришь, можно было вешать лидогенерацию, это отдельный модуль это, или это функционал тильды? Это функционал тильды. Тильда это, как сказать-то, если Wix это... редактор шаблона, на самом деле, да, существующего, то тильда это действительно полноценный конструктор. И вы можете формировать страницу и функционал тот, который вы хотите. И вот самый главный вопрос, который клиенты задавали, интеграция CRM-системы. Это отдельный модуль, это тоже функция тильды. Для участников проекта важна еще возможность управлять клиентами, как тильда с CRM. Да, тильда может интегрироваться с CRM, безусловно, и также сами конструкторы имеют собственную внутреннюю, совсем базовую, упрощенную CRM-систему. Поскольку Wix — это более замкнутый, более закрытый продукт, не ориентированный на внешние интеграции, более простой, то в большинстве случаев качественная нормальная интеграция с внешними CRM-системами у Wix практически отсутствует. Но я все-таки в защиту Wix скажу, что есть у них своя CRM-ка и есть возможность по API, в старших тарифах есть возможность по API стыковаться с CRM-ками, по-моему, с AMO CRM.
Да, как говорится, да, безусловно, техническое это есть, но это, в общем-то, некие танцы с бубнами, и это не так все просто, комфортно и качественно. У Тильды в этом смысле диапазон поддерживаемых продуктов из коробки, он максимально широкий. И как мы уже говорили, Тильда никак не ограничивает функционал, и все, что мы говорим про нее, это штатный функционал, это то, что будет доступно любому из пользователей, потому что Тильда ограничивает только количество сайтов, не функционал. Я хочу еще из чата один вопрос вынести на обсуждение, он действительно значимый, вопрос по многоязычности сайтов, как с точки зрения бэк-офиса, так и с точки зрения фронт-энда. То есть, как реализовано в разбираемых нами инструментах многоязычность. Но с точки зрения фронт-энда точно совершенно у всех трех ресурсов нету никаких ограничений по языкам. Да, хотите русский, хотите украинский, хотите английский, хотите иврит, хотите арабский, на ваш выбор. Вот, а вот по бэкэнду у Викса переводные бэкэнды, честно скажем, довольно посредственные. Илья, что такое бэкэнды? Ну, то есть, когда вы работаете с потрохами сайта, да, то есть с сайтом изнутри, то, спасибо за уточнение, Наташа, то у Викса есть вариант на русском, но на украинском нету. На русском он очень тяжелый в плане перевода. Ну, так вот. Да, я тут поясню, что бэкэндом называется система, в общем-то, в данном случае в контексте, это непосредственно сам конструктор системы управления сайтом. Это вот это админка, это редактура, там, где вы настраиваете сайт, редактируете и работаете. По поводу работы с сайтом мы говорили о том, что мы можем заказать сайт, это одна цена. Другая, мы говорили, что можем своими ручками сделать. Но мы сейчас, Наташ, мы сейчас говорим про самоделки. Вот, но я хотела сказать, что есть переходной этап. Мы определились, выбрали, да, то есть у нас есть решение, но тем не менее, если мы не можем с конструктором совладеть, у нас всегда есть опция обратиться к тем людям, которые владеют конструктором. И это будет не то же самое, что заказать сайт, это будет много дешевле, но вы можете познакомиться, попробовать. Если вам не хватит сил, то у вас есть возможность обратиться к тем, кто освоил этот конструктор. Это просто, но все же на это нужно время. Да. Да. Предлагаю пройти к следующему этапу. Это, в общем-то, будем про Bittrex и Bittrex 24, о разнице говорить. Ну, мы вкратце как бы это коснулись, давай, чтобы не пропускать, мы все-таки быстренько пройдемся, потому что я думаю, что если коллеги захотят все-таки выбрать Bittrex 24 для реализации своего лендинга, они так или иначе все-таки столкнутся с этим вопросом. В чем разница между Bittrex и Bittrex 24? Как мы говорили, Bittrex — это фреймворк, это CMS, это система для построения сайта и его администрирования. Bittrex 24 — это облачное решение, где в большей степени заточено под CRM, под систему взаимодействия с клиентами, и есть внутри конструктора для создания простеньких лендингов и мини-мини-магазинчиков, то есть скорее форм заказа продукции. Безусловно, одним из самых важных функций и задач Bittrex 24 является помимо CRM, это планировщик задач, там, где вы можете управлять непосредственно задачами, контролировать их исполнение и следить, что происходит, в принципе, с... По CRM у нас, кстати, была отдельная серия вебинаров. Кому эта задача, кому этот вопрос будет актуален, я думаю, что вы можете обратиться к Наталье. Наталья вам предоставит ссылочки на этот проект, в рамках которого мы рассматривали, как работает CRM. Да, также вот здесь в чате есть вопрос, на бесплатном тарифе Bittrex можно создать небольшой интернет-магазин на 2-3 языка. Да, в принципе, это возможно. Единственное, что
в Битриксе нет именно мультиязычности для одного лендинга, поэтому в данном случае вы сможете просто создать три одинаковых лендинга на трех разных языках, который будет попадать в единую базу, базу заказов, базу задач, и управлять ассортиментом с ценами тоже будет. Далее. Предназначение, да, ключевое для Bittrex — это сайты и сервисы для разработки. Bittrex 24 — это все-таки в большей степени 90% для организации работы. Bittrex, вы программируете свой продукт, это то самое решение, где тот самый продукт, где вы не сможете самостоятельно сделать, вы должны заказать в некой студии или у разработчика. Bittrex 24 — просто пользуйтесь готовым продуктом в том виде, в котором он есть. Bittrex 24 не требует специальных технических знаний, вы можете пользоваться им в полной мере, включая конструктор. Bittrex, опять-таки, это продукт технический, это фреймворк, это CMS, который для создания продукта требуются достаточно серьезные технические навыки. Но и продукт получается, в общем-то, ваш отчуждаемый и без каких-либо ограничений. На Bittrex вы можете сделать абсолютно все, что вы хотите. Не вы, на Bittrex для вас могут сделать абсолютно то, что вы хотите. Абсолютно верно. Идем дальше. По сути дела, несмотря на то, что мы назвали слайдс тильда порядок работы по созданию интернет-магазина, по большому счету, данная инструкция применима, безусловно, к, так или иначе, к любому конструктору. Потому что вначале вы регистрируетесь, выбираете шаблон оформления, очень внимательно смотрите за функционалом, который изначально представляет шаблон. Пытайтесь мысленно примерить его на себя, чтобы вы размещали в том или ином блоке. Как только вы поймете, что да, этот шаблон вам подходит, вы его можете заполнить, выписать, либо сразу попробовать на нем реализовать продукт. Третий этап — это наполнение статических разделов, которые всегда присутствуют так или иначе в интернет-магазине, в сайте. Это информация конкретная, это информация вас, условиях, отгрузки, доставки, преимущества и любая другая информация, которая может потребоваться посетителю. Далее вы наполняете товарный ассортимент. Ну, еще это может быть та информация, которую вам предписывает разместить закон, потому что по украинскому законодательству вы также обязаны разместить политики конфиденциальности, вы обязаны разместить условия использования сайта. И это тоже статический контент, то есть то, что не меняется регулярно, в отличие от ассортимента. Да. Дополняйте товарный ассортимент, понятно, описание, фотографии, характеристики. Очень внимательно отнеситесь к настройке формы заказа, то есть она должна запрашивать минимальное количество информации при формировании заказа, потому что это является неким барьером для посетителя, и таким образом, если вам каких-то данные не обязательны для оформления заказа, лучше их избежать. При этом, опять-таки, старайтесь самые простые вопросы, понятные, очевидные, пользователи выносить в самое начало для того, чтобы он не сталкивался сразу с трудностями. Начните с простого. С там, его имени, с его телефона, адресом доставки, если необходимо, и так далее. Далее выбор способа, формы оплаты для того, чтобы, в общем-то, полноценно принимать денежные средства за заказ. И последний пункт — это непосредственно настройка технических и SEO-параметров. Не забывайте, что все-таки мы говорим не о временном продукте, не о временном решении, а то, с чем, скорее всего, вы проживете достаточно значимое количество времени, и поэтому в том числе
очень важно, чтобы продукт был до конца настроен, для того, чтобы были настроены все необходимые SEO-параметры. В большинстве случаев все-таки компании запускают продукты на собственных доменах, и индексация позиции в поиске – это то самое, что даст вам, ну, назовем так, это условно бесплатный трафик, условно бесплатные заказы и безусловно. Органика, как-то... трафик, который приходит, то есть люди, которые приходят к вам сами. И, безусловно, на результаты в том числе влияют SEO-параметры, которые конструкторы также представляют возможность менять. Для того, чтобы подробно не останавливаться на всех технических моментах, связанных с там, созданием, мы привели ссылку на инструкцию, в которой понятно, доступно, с скриншотами, представлена подробная информация, как сделать свой продукт. Безусловно, у каждого из конструкторов есть подобный документ. И можно еще подчеркнуть, вернее, я спрошу на всякий случай, вдруг я неправильно понимаю, если мы воспользовались Tilda, и нас все устраивает, в какой-то момент, там через год, мы хотим перейти на другую платформу, Tilda позволяет забрать этот контент, выгрузить его в другой сайт? Ну, не совсем, как говорится, выгрузить в другой сайт, она позволяет, безусловно, забрать контент, она позволяет получить все необходимые данные, но... Тут тоже нужно понимать, что это позволяет избежать ручной работы в будущем по переносу контента, ассортимента и базы в новую систему. Это не означает, что работа по переносу не потребуется. Просто трудозатраты, которые выливаются в итоге в деньги, будут на порядок меньше при переходе в другую систему. Это важно. Хочу еще обратить внимание, что у Tilda, так же как у Bittrex, очень хороший запас обучающих материалов на русском языке. У Bittrex, правда, есть еще и на украинском, достаточно большая библиотека, но у Tilda мы не нашли такой возможности. Но, допустим, пошаговую инструкцию создания интернет-магазина на Tilda мы для вас нашли и разместили в той же презентации, то есть вы спокойно сможете ее посмотреть. Правда, очень удобный формат изложения, именно поэтому мы сегодня можем себе позволить не останавливаться на этом вопросе избыточно подробно, потому что за нас редакторы Tilda это уже сделали, и вы в самостоятельном режиме, сейчас я вам покажу эту страничку, просто чтобы вы понимали, как это выглядит, что она не кусается, это не страшно, да, вот смотрите, в блоге Tilda есть прям учебный материал, да, и в теории, и на практике, соответственно, да, инструкция по созданию, теоретические моменты, все это изложено очень понятно и последовательно с отзывами, вот начиная от покупки домена, там подготовка фотографий для интернет-магазина, сразу же с примерами того, как это сделано на Tilda. И как это делать качественно. Да, сразу же примерно вам лайфхаки там по цене, правда, к сожалению, только по московской, но если будут соответствующие запросы по Украине, я думаю, что мы сможем вам помочь. Опять-таки, есть сервисы по локальному выбору фотографов, в Украине они тоже есть. Значит, вот здесь есть примеры магазинов на буквально считанные единицы товаров, есть на большой ассортимент одного типа, да, там есть на магазины с несколькими категориями товаров. Ну, то есть практически мы не нашли в этой инструкции какого-либо серьезного упущения, которое потребовало бы нашего рассказа.
Да? То есть, если у вас останутся вопросы, то в рамках нашей последней четвертой сессии этого проекта вы их сможете задать. Но, скорее всего, с высокой степенью вероятности у вас этих вопросов не останется. Опять-таки, помните, что у нас, для тех, кто активно участвует в проекте, задает вопросы, делает домашку, которую пока за все время сделал один человек, у вас будет приглашение на специальное последнее занятие, в рамках которого у нас будет сессия вопросов и ответов. Пользуйтесь этой возможностью. Юра? Да, далее мы хотели бы, наверное, остановиться на типовых как бы, ошибках, типовых проблемах, с которыми сталкиваются, скажем так, владельцы подобных ресурсов при создании. В первую очередь, это непродуманность структуры сайта. То есть перед тем, как начать реализовывать продукт на том или ином конструкторе, вы все-таки должны продумать его структуру, понять, что вы где размещаете, для того, чтобы определить приоритетность размещения разделов, приоритетность размещения блоков и той информации, которая позволит максимально качественно, емко донести информацию и побудить аудиторию к тому или иному действию, к контакту, связи, заказу на ресурсе. Вторая наиболее частая как бы, ошибка – это попытка использовать блоки не по назначению. Когда есть, например, функционал блока «Новости», он, соответственно, так и называется «Новости», а пользователи пытаются из этого блока сделать что-то другое, например, «Отзывы». Безусловно, «Новости» и «Отзывы», они… казалось бы, могут выглядеть визуально одинаково и подходить вам, но у конструктора все-таки есть большое количество дополнительного функционала, связанного с непосредственным назначением этого блока, с их сущностями, и вы все равно будете так или иначе ограничены этим. Поэтому не боритесь с системой. Это описывается как раз в третьем пункте. Есть желание сделать именно так, как хочется, не так, как рекомендует, может, система. Не забывайте, что все-таки конструкторы это некая консистенция опыта универсальной разработки продуктов и, в принципе, отрасли. Таким образом, стоит присматриваться к рекомендациям системы, к тем полям, к тому функционалу, что она вам предоставляет. Не просто так разработчики это сделали. Нужно понимать, что никто никогда не будет делать для конструкторов и в конструкторах тот функционал, который никому не потребуется. Поэтому в данном случае как бы, конструкторы, безусловно, рекомендуют лучшие практики, лучшие примеры, и этим стоит пользоваться. Ну, то есть, если вы, в принципе, решили идти своим путем, если вы решили своим путем, в смысле, не отдавать на аутсорс, а делать сами, да, если вы работаете внутри конструктора, то это предполагает, что вы доверяете опыту тех, кто этот конструктор придумал, потому что если бы вашего опыта было больше или сопоставимо с теми, кто этот конструктор придумал, то вы бы очевидно, использовали бы гораздо более гибкие фреймворки, как об этом Юра сказал выше. Да, невнимательность при настройке. Безусловно, стоит очень внимательно просматривать все настройки, проверять. Если вы что-то не понимаете, не поленитесь посмотреть подсказку, которая в большинстве случаев присутствует прямо с этой настройкой, потому что это может быть действительно значимо для данного блока. Пятый пункт. Не игнорируйте финальный проход. Если вы что-то сделали, вы закончили продукт, вам обязательно нужно целиком пройтись по всем разделам, свежим взглядом, посмотреть, проверить, все ли вы сделали, все ли работает так, как необходимо, потому что за время работы у вас могло что-то поменяться. В одном месте, я условно говорю,
мы поставили один телефон, потом передумали, и, например, как говорится, в контрактах оставили старый телефон. Это вот наиболее типовые ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Поэтому обязательно внимательно все целиком проверяйте после того, как вы реализовали продукт. И шестое, не пытайтесь комбинировать стилистику, подходы. Очень тяжело воспринимается ресурс, когда он выглядит как лоскутное одеяло, где каждый раздел, каждый блок, он отличается, где нет общей стилистики, где нет общего стилистики фотографий, подхода, описаний. Это, в общем-то, не вызывает доверия, так или иначе, и усложняет восприятие. Я что так делать? Хотел бы обратить внимание на то, что это вот тот случай, когда если у вас нету специального художественного образования, даже если оно есть, да, то стоит делегировать часть задач по разработке фирменного стиля специалистам, тем более, что в Украине нет проблем с специалистами, доступными по цене очень высокого качества, которые занимаются разработкой фирменного стиля, который будет включать в себя в том числе и отдельные элементы оформления, которые вы сможете использовать на сайте, и общий визуальный язык, и там, графическую концепцию подачи фотографий, может быть, даже само описание этих фотографий, какими они должны быть, должны ли они быть там на фоне нейтральном, или они должны быть репортажного свойства, ну и так далее, да, то есть для того, чтобы получить какой-то стайл-гайд, вот этот вот набор рекомендаций, имеет смысл потратить некоторое количество денег единоразово. Внешний вид ресурса от этого существенно выиграет. Самостоятельно избежать ошибки, казалось бы, очевидной, да, комбинирования стилистик и подходов, можно в случае, если вы строго следуете гайдам конструктора, потому что конструктор ни Тильда, ни Викс не даст вам сделать грубых ошибок. Так что, по сути, это следствие пункта третьего. Да? То есть желание сделать именно так, как хочется, а не как рекомендует система. Система, помимо прочего, еще учитывает опыт специалистов по UI, UX, то есть по пользовательскому опыту, по архитектуре интерфейсов. И если вы не будете ломать систему об колено, то грубых ошибок с точки зрения стилистики и подхода вам сделать не удастся. Юра? Да, соответственно, далее мы показали несколько дополнительных вариантов, где вы можете сделать свой продукт, потому что как бы Tilda VX — это, безусловно, не единственный продукт, просто наиболее известные и, скажем так, чуть-чуть, может быть, неправильно, но и более функциональные. Как бы к Викс, конечно, я бы этого не применил. Да, это все-таки больше к Битрикс и однозначно к Тильде. Здесь есть и InSales, это очень хороший продукт для реализации интернет-магазина, веб-ассист. Ну и, безусловно, в общем-то, мы некую категорию, не совсем продукт, open source, да, показали. Вот. Open source — это некие категории продуктов, не облачные решения. Но, не собственно, сервис, open source — это открытый код. Это то, что... Прости, Юр. Это само по себе может быть непонятно, но речь идет о том, что это кто-то начал делать, кому-то понравилась идея, пришли, начали делать вместе, при условии, что первый, кто начал это делать, поставил соответствующий тип лицензии, допустим, лицензия Creative Commons, по которой делается большая часть там открытого кода. Есть различные разновидности открытых лицензий. Основная особенность в том, что нет у кого-то одного конкретного, кто несет ответственность за этот продукт, как в случае, например, с WordPress. Да. Соответственно, вернись, пожалуйста, на
предыдущий слайд. Да, а вот мы, как бы, наиболее популярные, как бы, продукты перечислил, open source, это WordPress, CSCard, OpenCard, на которых, в общем-то, можно построить свои магазины. Вот, здесь в чате у нас также был вопрос, соответственно, можем что-то рассказать про кассовые конструкторы, например, Photoshop. Вот, Photoshop так или иначе, в общем-то, видели, но, опять-таки, в большей степени, опять-таки, Photoshop, он нацелен на создание магазина, именно онлайн-платформы, так же, как InSales в данном случае. Вот, мы же все-таки больше рассказывали про универсальные конструкторы, на которых вы можете сделать все, что угодно, да, в разумных пределах. То есть это можно и магазины, и там, чуть поменьше, чуть побольше, лендинги, сайты, формы заявок на участие и так далее. То есть они более функциональные, более универсальные, назовем так, и не заточены только на продажи и на интернет-магазин. Так что помните, здесь, что наша тема с вами все-таки создание или модернизация сайта в принципе. Это не значит, что это исключительно и только интернет-магазин. На интернет-магазинах мы приняли решение остановиться, когда увидели на втором занятии специальный ваш интерес. Так что можно сказать, что третья часть нашего курса мы делали, идя навстречу пожеланиям трудящихся. Да, если, как говорится, будет большое количество желающих именно рассмотреть как локальные продукты, так и, в общем-то, интернет-магазины, то, безусловно, мы с удовольствием, как говорится, расскажем, покажем, потому что, как говорится, опыт у нас есть огромный, начиная от крупных сетей с десятками, сотнями тысяч позиций, заканчивая индивидуальными, эксклюзивными, как говорится, решениями, где продавался штучный, как дешевый, так и дорогой товар. Так, дальше у нас open source мы, как говорится, обсудили. В общем-то, преимущество, так вот совсем вкратце, между open source и лицензией. Как бы open source бесплатно, лицензия платна, но open source нет. На самом деле надо понимать, что open source бесплатно только так кажется. Когда вы начнете работать с WordPress, допустим, всерьез, да, а на данный момент, допустим, сайт Techcomlab реализован именно на WordPress, вы поймете, что и разработка, и поддержка требует очень большой вовлеченности в сообщество. И с этой точки зрения проще и комфортнее иногда иметь дело с лицензией. Именно поэтому мы для себя стратегически приняли решение, что мы будем мигрировать на Bittrex. Да, и самое главное, что на бесплатных open-source решениях нет поддержки. То есть, если что-то случилось, вы предоставлены, как говорится, сами себе, никто вам не поможет. В лицензии все-таки так или иначе есть поддержка, куда вы можете обратиться, и, как говорится, вам все-таки так или иначе помогут. Может быть, не всегда, как говорится, бесплатно, но как минимум вас не бросят с вашей проблемой, как на open-source, где вы можете сколько угодно писать, как говорится, форум или куда-то еще, шансов, что кто-то вам поможет, минимально. Ну, вам могут помочь, но не факт, что вы, допустим, сможете скорее этой советом, помощью воспользоваться. Да, конечно. Наташа, есть у нас еще несколько минут для того, чтобы вернуться к вопросам, с которых мы должны были начать, связанных с сдачей приемки проекта? У нас есть несколько минут, у нас есть несколько людей, которые присутствовали на первом и на втором. Мы можем вкратце пройтись по этим вопросам, потому что ребята получат презентацию. Вот, то есть, может быть, обратите внимание на какие-то основные моменты. Благодарю Дмитрию за эту возможность. Дмитрий сегодня с нами, он обеспечивает эту встречу технически. Он согласился. Вот, поэтому вкратце, позвольте тогда разделить. Те, кто был впервые и среагировали на возможность услышать о конструкторах, есть ли у вас вопросы, вы можете сейчас их отправить в чат. И вот Александр Павелковский, мы его ждем как старого студента, старого участника. Александр, вы можете включить микрофон, можете включить видео и пообщаться со своим гуру, со своим учителем. Добрый день. Здравствуйте, Александр, рады вас видеть. Спасибо за презентацию. Я
два вебинара предыдущих, на которых я не был. Вот. Ну, у меня, конечно, я с Натальей ранее когда-то общался на тему создания интернет-сайта. У нас сейчас создан сайт на платформе UKIT, UKOS, это русская платформа. Вы про нее слышали? UKOS, вот. Да. Мне она уже очень сильно не нравится. Я никак не наберу сил, чтобы перейти на что-то другое, но я сейчас посматриваю в сторону Bittrex, хоть, я так понимаю, по вашей презентации, это, наверное, из тех трех представленных вами, наверное, самое сложное, да, техническое решение. Ну, да, для простого обывателя. Это даже не то, что сложное, потому что вы должны понимать, что как бы, конструкторы, как UKOS, там, Tilda и прочее, это, и там InSales, Хорошоп, это платформы, где вас ограждают полностью от любых технических проблем, как говорится, от реализации, разработки. А Bittrex — это все-таки фреймворк, то есть вы не сможете, что называется... Bittrex 24, я имею в виду. Bittrex 24, если у вас именно коммерция, чисто коммерция, да, и сайт заточен под продажу, то, в общем-то, я бы, наверное, несмотря на то, что я безусловно соглашусь, что UKOS — это, ну, как бы не очень хорошая с точки зрения комфортности платформа, но функционал Bittrex 24 будет в вашем случае, скорее всего, еще хуже, потому что, как я говорил, как у нас есть презентации, это не основная задача Bittrex 24. Основная задача Bittrex 24 — это работа с клиентами, это непосредственно организация работы. И только в меньшей степени это конструкторы и мини-магазинчики. Поэтому рассматривайте лучше переезд в сторону специализированных решений, там InSales, Хорошоп и подобное. А Tilda в таком случае? Tilda тоже, опять-таки, это что-то посередине между Bittrex 24 с точки зрения коммерции и больших специализированных продуктов. Просто мы как бы хотели бы и внедрять какую-то ну, простую, упрощенную CRM-систему, чтовы та же работа с клиентами у нас совершенно не верно. В Excel просто... элементарно, а как-то более цивилизованно. Вы просто не путайте одно с другим. Вы и UKOS можете интегрировать с Bittrex 24, и Photoshop, и InSales, то есть продавать в одном месте, а с клиентами работаете в другом месте. Это нормально, и это правильно. То есть это, как бы, грубо говоря, два разных таких, как так сказать, программных обеспечения, да? Это два разных продукта. Александр, так как мы с вами давно и уже немножко вот последнее время пытались вас сопровождать, да, у вас сейчас сезон, давайте мы нашу встречу вынесем на отдельную, то есть у нас есть опция для активных участников, мы вас пригласим, не будет публикации, не будет ФБ, будет индивидуальное приглашение, и вы сможете тогда с тренерами пообщаться подробнее по этим вопросам. Но я бы очень рекомендовал Александру перед этим заполнить ту форму, которую мы дали после второго вебинара. Отлично. Потому тогда что это нам даст возможность подготовиться. Отлично. Я тогда переведу это в индивидуальную плоскость, чтобы мы не оставили без внимания всех наших участников. В чате я не вижу вопросов. Если... Теперь у меня такое предложение. Те, кто были впервые пришли на конструкторы, вы можете отсоединиться, на этом мы с вами можем попрощаться. Те, кто были на первом, втором... Ну, тогда, хотят... Наташ, тем, кто пришел тем, именно кто... на конструкторы, мы хотим дать несколько конкретных выводов. Пока. Сейчас, нам... можно это, да, вот у меня есть такое предложение. Те, кто на конструктора, вы сейчас заслушиваете выводы, и вы можете отключиться. Мы тогда посмотрим, с кем мы остаемся, и сможем планировать, сколько нам нужно будет потратить время на то, чтобы закончить сессию номер 3. Итак, конструкторы, все, кто с нами, мы сейчас пройдемся по выводам, и потом вы можете отключиться, а мы закончим сессию уже для тех, кто был ранее с нами. Все, независимо от того... Это не значит, что прям все те, кто не слышали предыдущие, должны развернуться и уйти. Нет, это пожелание. Это пожелание, и помните, что мы вам вышлем все материалы с первой по третью сессию. Окей? Значит, смотрите, в выводах первое. Четко определитесь, что именно вам нужно. Да, вот как сейчас было в разговоре с Александром. Есть, допустим, витрина, есть задача по обработке входящих лидов и управлению взаимоотношениями с клиентами. Да, это две задачи, для них не обязательно выбирать один инструмент, можно выбрать несколько инструментов и их сочетать. От того, насколько четко, конкретно
внятно вы сформулируете свою задачу, будет зависеть корректный отбор инструментов, правильный выбор подрядчика или принятие решения о самостоятельной работе. Значит, четко определяйтесь с тем, что вам нужно, Юра. Да, и, безусловно, от этого будет зависеть результат. Да, чем более правильно вы определитесь, чем более четко, тем, в общем-то, ближе вы получите тот продукт, который вам действительно необходим. Четко определитесь бюджет, допустимый бюджет, потому что на рынке существует достаточно большое количество продуктов. Они все работают с плюс-минус в одной нише, но, безусловно, с разными финансовыми планками и функционалом. Есть дорогие продукты, есть дешевые. Поймите, сколько вы готовы потратить на этот продукт. Решите, сами вы делаете или даете на аутсорс. Поскольку мы говорили о конструкторах, то так или иначе, безусловно, вы можете это сделать сами. Но, как правильно сказал Илья, что называется, не всегда вы это сможете сделать быстро, не всегда это сможете делать с необходимым качеством. Поэтому подумайте, это не так дорого стоит отдать на аутсорс, это сильно дешевле на порядок или на порядке, чем сделать сайт с нуля, но при этом некачественно сделанный даже на конструкторе ресурс может не работать эффективно. Вы можете может навредить. Он может просто откровенно навредить вашему бизнесу, потому что неудовлетворенные функционалом, да, то есть работой ресурса клиента, разнесут, ну как, будут думать, что ваш основной бизнес работает так же, как ваш сайт. Но главный вывод, к которому мы хотим вас подвести, это делайте, не откладывайте на завтра, не ищите себе оправданий, у вас их нет. Да? Даже если у вас нет денег, даже если вы очень ограничены по времени, то сегодня есть достаточное количество инструментов, бесплатных или очень недорогих, которые позволят вам начать процесс цифровой трансформации. У вас сегодня нет альтернативы. Если вы хотите выжить, если вы хотите тем более преуспеть, то вам обязательно придется сделать этот первый шаг, и чем раньше вы его сделаете, тем больше у вас шансов преуспеть, догнать и, может быть, даже обогнать конкурентов, которые почти наверняка этот процесс, который по-умному называется процесс цифровой трансформации бизнеса, уже начали. Переходим тогда к критериям и возможностям оценки результата, полученного от студии, в общем-то, то, с чего, в общем-то, мы изначально начинали, то, что является основной темой вебинара. Первое, что, безусловно, как бы вы получаете, это вы получаете дизайн. Вы все-таки должны понимать, что сайт, продукт и дизайн вы все-таки зачастую делаете не для себя. Вы его не обрамляете в рамочку, вешаете у себя на стенку, да, для того, чтобы любого сопровождения, вы все-таки будете показывать по аудитории. Поэтому обязательно проверяйте дизайн на некой фокус-группе, друзьях, знакомых, которые вам скажут, что нравится, что не нравится, понятно, непонятно, что, как, какие эмоции вызывает. Это как бы достаточно важно, если у вас мало опыта создания как бы своих продуктов, либо если вы не действительно серьезно профессиональный пользователь интернета, который, даже не имея своих ресурсов, тем не менее, не может сказать, что хорошо, что плохо, что понятно, что непонятно. Далее, после того, как вы утверждаете дизайн, студия предоставляет вам верстку. Это некий код, программный код, в который трансформируется макет. Верстку вам обязательно необходимо проверить в разных браузерах, на разных устройствах. Запросите у студии верстку, откройте ее у себя на ноутбуке, попросите ее залить на служебный домен, посмотрите ее на различных устройствах. Опять-таки, тоже отправьте друзьям, знакомым, чтобы они посмотрели у себя.
смотрите с мобильного телефона, насколько качественно... Не забывайте покрутить экранчик мобильного телефона, да, потому что кто-то будет смотреть вот так, кто-то будет смотреть вот так. Все это надо проверить, потому что иногда бывает, что, допустим, студия учла классический вертикальный просмотр, а при горизонтальном просмотре есть проблемы с версткой. Да, после того, как вы все проверили, какие-то, возможно, недостатки были выявлены и исправлены, студия разрабатывает непосредственно сам продукт, а на это вы, в общем-то, практически никак не влияете, вы получаете после этого этапа уже рабочий продукт, и вы должны его проверить. Очень часто проверка идет достаточно поверхностная, посмотрели, основные разделы прокликали, и, в общем-то, в таком случае часто проблемы вылазят в процессе эксплуатации. Поэтому обязательно после того, как вам предоставили версию, итоговую версию ресурса, проверьте все разделы, педантично прокликайте все ссылки, попробуйте отправить все формы. Причем попробуйте их отправлять с незаполненными полями, с некорректными полями. Если где-то что-то можно сделать не так, постарайтесь это сделать. Да, это очень важно и позволит избежать, как говорится, проблем в будущем. Ну, просто любая глупость, которую вы можете себе придумать, и еще два десятка глупостей, которые вы придумать не можете, пользователи точно сделают. Да, поэтому это очень важная история про то, чтобы как можно больше ваших знакомых так или иначе участвовали в процессе тестирования готового продукта, и сами вы тоже проявили не только педантизм, но и творческое начало. То есть, если вы можете как-то поломать запланированное вами пользовательское поведение, сделайте это, потому что если это не сделаете вы, то это точно сделают ваши пользователи. Мы в TCL делаем специальное шоу для клиентов, называется это релиз-сессия. В конце каждого проекта мы приглашаем клиента, и вот все то же самое, что мы для вас написали, мы проходим вместе с клиентом. Обычно это час-полтора часа длится процедура, в зависимости от сложности проекта, мы проходим все разделы, все ссылки, все формы, все поля, все, что может и должно работать на десктопах, ну, то есть на компьютерах, на планшетах, на телефонах с Android, на телефонах с iOS. И в итоге и у заказчика остается впечатление, что о нем позаботились и показали, ну как, доказали на практике, что все работает как надо, и нам спокойнее, потому что если вдруг что-то вылезло в рамках этого шоу, то это не баг, это фича. То есть, в общем, это нормально, если в процессе релиз-сессии выясняются какие-нибудь моменты тонкой настройки ресурса, которые надо учесть, то мы их сразу же в режиме реального времени правим вместе с клиентом, и это тоже клиентам нравится. Да, ну и безусловно, проверяйте тексты, старайтесь писать максимально вкусно, качественно, следите за тем, что сейчас актуально, какие есть тренды. Смотрите, на самом деле это не просто вопрос хорошего вкуса, это еще и вопрос видимости сайта. Вот тот инструмент, который мы упомянули в презентации, Google Trends, дает вам возможность выбрать именно те ключевые слова, которые именно те темы, словосочетания, которые актуальны в данный момент в вашем регионе. Google Trends настраивается под конкретную страну и город. Так что вы можете посмотреть, что сейчас ищут люди в вашем городе, в вашей стране. Да, что актуально, и самое главное, в общем-то, вы можете найти достаточно большое количество интересных ракурсов, под которыми вы можете развернуть и представить даже свою, как говорится, продукцию, какой бы банальной и типовой, как говорится, она не была бы.
На контент тоже имеет смысл посмотреть свежим взглядом, потому что, ну вот вы создали изначально материал, его разместили. Помните, что верстальщик, да, то есть технический специалист, который осуществляет первичную публикацию контента, это совсем не творческая единица в вашем понимании, и очень часто этот человек не вникает в содержание того, что он размещает, а просто делает так, чтобы этот материал был на странице. Посмотрите, что к чему. Юра? Да, и предлагаю перейти к следующему, как говорится, слайду. Это вот дача приемка выполненных работ. Что нужно забрать, чтобы вы действительно получили все необходимые материалы по результату и смогли продолжить, чтобы в будущем у вас было все необходимое для развития, для передачи разработчику или как с другой студии. Обязательно вы должны получить все исходные материалы, вы должны получить макеты, причем макеты именно в исходнике, то есть это не JPEG, это не PNG, это полноценные там PSD, AI, Figma, посвоенные макеты, где каждый элемент, где каждое как бы, изображение как минимум лежит на отдельном слое и как селектируется. Вы, как мы уже говорили, должны получить отдельную верстку, не только интегрированную в виде как части условно сайта продукта, но и отдельно архивчику, чистая верстка, верстка тех макетов, которые вы для вас нарисовали. Технические доступы. Технические доступы к внешним сервисам. Очень часто используются там, третьи сервисы для отправки уведомлений, e-mail, SMS, для интеграции, шеринга текста и прочего функционала. Если используются внешние продукты, внешние сервисы, обязательно запрашивайте к ним доступы. Ну и также компании, которые только-только начинают свой путь в интернете, безусловно, зачастую хостинг регистрирует тоже разработчики. Не забудьте забрать у них доступ к хостингу. Доменное имя. К сожалению, нередко, я назову, наверное, это все-таки махинация, да, когда разработчики регистрируют ваше доменное имя на себя. Когда вы вроде как им управляете, но не владеете. Обязательно следите за тем, чтобы домены были зарегистрированы на себя. Хостинг. Выбирайте в соответствии с вашими задачами и как бы, возможностями. Как вот Илья говорил, что если вы определились, что как, так же, как конструктор, если все хорошо, старайтесь оплачивать на год, если вы уверены. То же самое в хостинге. Годовой тариф представляет зачастую там, скидку 15-20% от тарифа. Проверяйте обязательно работоспособность ресурса на выбранном хостинге. Не значит, что если на тестовой машинке у студии разработчики все работает, значит точно будет работать на том хостинге, который вы купили или который купили вам. Абсолютно не значит. Не значит, что разработчик плохой, а просто окружение, настройки могут быть разными. И чтобы вы не остались с полурабочим сайтом, желательно всю процедуру тестирования проводить именно на том хостинге, в том месте, где он будет полноценно работать. Желательно, чтобы даже на том домене, в котором он будет жить, а не на тестовом. И, в общем-то, проходите тестирование регулярно после релиза, до релиза, в первое время уделите этому особое внимание, потому что действительно вначале что-то может по тем или иным причинам отваливаться. Можно даже сказать так, с очень высокой степенью вероятности обязательно в начале эксплуатации площадки что-то пойдет не так. Это нормально, к этому надо быть готовым, по этому поводу не надо сразу рвать отношения с компанией-разработчиком, надо просто принять как факт, что после того, как что-то пошло не так, надо сделать так, чтобы оно дальше шло так, как надо. Более того, в процессе развития ресурса у вас очень может быть, что понадобится поддержка. То есть помните, что вот тот момент, когда вы сайт зарелизили, на самом деле все только началось. Вот вы думаете, что проект закончился, вот все, сайтик сделали, замечательно, жизнь наладилась. Ничего подобного, то есть жизнь, может быть, и наладилась, точнее, начала налаживаться.
Но с этого момента все самое интересное только начинается, то есть сайт начинает жить, сайт начинает развиваться, вы получаете какую-то обратную связь, у вас появляются идеи, вы следите за конкурентами. Для этого стоит, особенно если вы удовлетворены работой со студией, предусмотреть возможность тариф поддержки, который существенно обычно ниже, чем тариф разработки, потому что студии, конечно, проще и веселее поддерживать в долгую те сайты, которые студия делала сама, особенности которых студия знает. Вот, даже если вы делаете, например, в студии сайт на WordPress, то сами вы легко забудете обновить плагин или версию самого движка и получите из-за этого проблемы в его работе. Да, поэтому вполне может быть, что есть смысл сохранить отношения со студией после релиза сайта на условиях либо почасовой оплаты их труда, либо, что бывает выгоднее, особенно если вы динамично развиваетесь, то бывает выгоднее сделать subscription, то есть подписку на сопровождение ежемесячное в пределах той суммы, на которую вы договоритесь, исходя из того, насколько активно вы собираетесь развиваться. Ну, в общем-то, на этом, я думаю, как говорится, все. Ключевые моменты мы, как говорится, все рассказали. Вот, если, в общем-то, у вас есть какие-то вопросы, в общем-то, насколько я понимаю, у организаторов есть возможность принять их, переадресовать нам, мы с удовольствием напишем на них вернутый ответ. Также, если какая-то тема, да, вам интересна, что-то касается веба, я думаю, вы можете так или иначе задавать вопросы организаторам, и, возможно, они, как говорится, пригласят нас на новые, как говорится, темы. Для того, чтобы мы могли рассказать вам что-то еще. Да, что я хотела сказать. Я пишу самый короткий путь Натали. В чате у вас будет моя почта. Забирайте ее себе, если у вас есть вопросы, вы можете... Наташа, ты ее отправила панелистам. Да, окей, сейчас еще раз отправлю. All panelists. Значит, смотрите, самый короткий путь, вы отправляете их мне, и я с тренерами, и мы это все обсуждаем. Если вы по каким-то причинам где-то потеряли что-то, вы можете написать на проект свой вопрос. Это мессенджер ФБ, это с сайта форма общения. В общем, вы нас можете найти, потому что вы зарегистрировались с нами. Пишите свои вопросы. Да, у нас будет встреча на следующей неделе. Это те, кто участвовали, задавали вопросы, имели сомнения, и на эту встречу мы пригласим тех людей, которые по-прежнему нуждаются в поддержке и имеют вопросы. Пишите, и мы постараемся вам помочь. Сейчас, одну секундочку, я хочу сразу в чат сбросить ссылку на форму, которую мы рекомендуем заполнить, потому что это некоторая такая демонстрация вашей заинтересованности и лояльности, и это дает нам основание просить организаторов пригласить вас на четвертую эксклюзивную сессию. Немножко об этой форме. Это то, что позволит вам систематизировать свои желания в отношении сайта, создания его или его улучшения. Вы можете это пересмотреть. Когда вы заполните, мы вам вышлем то, что вы сделали, вот, и мы сможем пообщаться по этому поводу, потому что все в ваших руках. Мы можем давать какие-то знания, мы стараемся делать это для вас, мы стараемся делать это лучше, но мы не сможем это сделать продуктивным, не слыша, не видя, не взаимодействуя с вами. У вас есть моя почта, пишите, у вас есть форма, копируйте ее и попробуйте систематизировать, и мы с вами пообщаемся. Но это уже будет индивидуальное приглашение. Спасибо всем, кто с нами был. Чёртова дюжина, 13 участников. Вот, мы
с радостью работаем для вас. И вы получите форму обратной связи, в которой вы можете поставить оценки, но больше всего мы ожидаем ваших рекомендаций, пожеланий, что мы можем сделать еще для вас. А мы были рады с вами увидеться. С кем-то из вас мы надеемся встретиться на заключительной закрытой сессии. И спасибо, что эти полтора часа провели в нашей компании. Илья, да, Юрий, спасибо. Благодарю за ваши исследования и за вашу работу, и за то, что вы помогаете нашим клиентам проекта продвинуться и уверенно стоять онлайн. Удачи всем. Всего доброго. Да, до свидания. Хорошего вечера.